Всем привет, с вами Zero Point, продолжаем проходить GTA San Andreas Definitive Edition, ремастер, ремейк, как хотите называйте, опять мне кто-то звонит. Алло. Да. Сиджей, если ты будешь указывать свое дело, никто не будет уважать тебя, блять, не успею. Слишком худой Сиджей, тебе надо нарастить мышцу. А, это мы в прошлой серии читали. Ладно, это мы в прошлой серии, в конце серии читали. Если не слышали, можете зайти в прошлую серию. Я не против, я даже вас призываю на то, чтобы зашли на прошлую серию, поставили там лайк, там на канал подписались, Что это? Я все знаю, игра. Спасибо, конечно. Я знаю, что в San Andreas есть такая херня, как спортзал, тренажерка, вот это вот все еще пожрать можно есть где. Так что не надо мне тут рассказывать, копы вон стоят, видишь, какие красивые. Так, миссия R у нас, кстати, есть, потому что S этот заебал уже немножечко. 30 секунд прошло, да, материться можно уже? Да, спасибо. Это, по-моему, миссия с лоурайдерами, кстати, сейчас будет. R это с лоурайдерами, да, сейчас? Не пиздец тогда, если миссия с лоурайдерами. А, кража со взлом, ну ладно. Дерьмо, где, черт возьми? Чем ты занимаешься? Могилу роешь, что ли, копаешь? Черт, да куда я ее подевал, блядь? Что подевал, что нигде? За странную пыль! Нужно мальца вмазать, перед тем, как заниматься делами. Какими еще делами, дурила? Элби сказал про эту варягу, которую дохрена пушек. И такое старье, как у Эммета. Я в деле, понеслась. Да ты всегда в деле, братан. Не считай случаев, когда тебя здесь нет. Да пошел ты, Нигер. Черт, чувак, задвинуться хочешь? Чувак, не, это не по мне, куда мы направляемся? Одному богатенькому козлу на восточный пляж. Будет лучше, если мы дождемся наступления темноты. Провернем дельце, пока этот ублюдок спит. А, мудро. Да, точно. А? Все, закопай, блядь, красивые норы эти. Ну же, сиди, что ты ждешь, блядь? О, что-то знакомое, залезай, говорил, что-то знакомое, San Andreas не проходил, но что-то знакомое. Я играл поверхностно как-то, не вникая в сюжет, куда, блядь, мне... А. Ой, тихо, выключи нахуй. Расслабься, чувак, мы еще не прибыли на место. Да, верно, Карл, ты всегда... Блядь, что это за пиздец, а? Почему так лагает, а? Вот если вы не скажете, что это полный пиздец, то я не знаю, что для вас полный пиздец, потому что... Ну, скажите, что это полный пиздец, пожалуйста. Блять. Вот почему фризит, я не понимаю. Даже на RTX видеокартах фризит. Я почему-то на 100% уверен. Если бы у меня была какая-нибудь RTX 2070, то у меня все равно были бы фризы. Не просто так же GTA трилогия получила нищайший, блин, как сказать-то, самые низкие, короче, оценки. Вообще, я не знаю даже где, я особо не шарю, где она получила. То, что, ну, факт того, что она получила самый низкий рейтинг, это факт. Пиздец, конечно, Rockstar обосрались, не ожидал я такого. На самом деле не ожидал, они обычно шедевры делают. Давай куда ворвемся, постой-ка, давай пробьемся внутрь, схватим пушки, по-тихому свалим. Да, я понял, типа ниндзя, ладно? Выходи, старый ублюдок, заткнись. Никто не может меня остановить, не ссы, Карл. Эй, дурила, ты заходи, я побуду на шухере. Ага. А, блядь, это та миссия, где мы телеки таскать будем, что ли? Да ну нахуй, нет, это не та миссия, ты чё? Вам нужно действовать тихо, спасибо, я знаю. Блядь, чё-то знакомо, реально. Мы ж телеки пиздить должны, вроде как. Так. А, рассвет. Он что, по рассвету встает? Так, забирай. Ты не хочешь забрать? Как блядь, забрать? Что за хуйня, блядь? Что, а? Он просто не хотел брать его. Тихо, блядь, ты что, дурак, что ли? Крадись. Это дурак, блядь, что ли? Возьми.
А, типа он не хочет. Блять, вот я дебил. А как? Подожди. Что? А, все, я понял. Блять, как-то он незаметно, сейчас я Ctrl зажимаю, он незаметно крадется. 5 минут осталось. Вот, типа Ctrl зажимаешь, он тихо идет. Этот ждедок нихера не должен слышать, у него слуховой аппарат, блядь. Че, он есть, что ли, у него? Тихо, а сколько надо-то, я не помню. Бери, блядь. Пошли. Какого хера он берет его тихо? Ой, громко. А как двери открывать? Или они типа не открываются? Он храпит, кстати. Да мы же не оружие у него пиздить должны. Чё за хрень? Или я тупой совсем? Вроде как не оружие же должно быть. Ну ладно, без проблем вообще. Нет, мне похер. Сколько еще? Тут ничего нет. А, есть, смотри. Так, сколько? Все надо спиздить или... А, на разгрузку. Да, блядь. Я боюсь, у меня спа... Ладно, давайте еще один найдем какой-нибудь. Постараемся. Типа, можно уже все закончить, но как бы в 4 минуты еще, может, я успею еще что-нибудь найти. Как двери, блядь, открывать? Их же можно как-то открывать, блядь. Алло. А это к нему в комнату, да? Сука. Бери, блядь, пошли отсюда. Ебать, у него картинки тут, а? Дед-педофил, походу. Как-то он не очень удобно этот ящик взял, по-моему. Что? Ты как его взял? Ты что, дурак, блядь? Нормально. Все, мне 4 ящика хватит, я думаю. Куда? Куда уже? Все, пошли отсюда. Дедок, блядь. Поехали-ка отсюда. Бля, копы. Ну и вот все путем LB и гараж на территории с семьей Сильвии туда и заедем. Я понял. Слушай, Райдер, тебе нужно в натуре отыскать... Блять! Не гони, кореш. Стекло. Ладно, забудь. Я сам забудь, дурила. Когда-нибудь пожалеешь, что разозлил меня. Что-то послышалось. Похоже, стекло снова что-то не нравится. Блять, что-то как дитя малое. Я не хочу больше с тобой говорить, приду. Да блять! Почему я давлю людей, а? Надо было бабки хотя бы забрать мне, $800. Пиздец, я бомж, а? $800 у меня. Вообще. Видишь, я же тебе сказал, очень просто. Да, проще не бывает. Слушай, Джей, пора понять, что это повседневная хрень, кореш. Холмис, блядь. Он может заняться кражем со злом ночью, когда не выполняете задание. А, очень интересно, блядь. В многие дома можно вломиться, но оттуда трудно выбраться, что? Или что-то?
Борг узнавать, кажется, со взлом, вам нужно сесть в такой фургон. Где его взять? Окей, слушай, я устал, увидимся позже. Ну ладно, кореш, просто подумай о том, что я сказал. Хуя, он исчез. Нормально. Так, мужчина. Что, блять, у Клода штаны спиздил? Тут, конечно, мажор, блядь. Так, ой, не туда заехал, подожди. Миссия... Давай на Эр опять, ну... Эр это вроде же должны быть лоурайдеры, по сути. По сути так. Может, по-другому я не знаю, что где они. В общем-то, мне Эр запомнил. Ну, она, конечно, в оригинале, по-моему, не Эр была. Я не знаю, как это. Здравствуйте, блядь. Эй, Райдер, мать твою, что ты делаешь? Прикинь, не могу найти, что спрятал. Так что, баде же самое, что несложное. Чок, не делай это, мы зажаримся, как цыплята. Доброе утро, малыши. О, блядь, ты мелким называешь, придурок. А как тебя называть? Карликом, блядь, как насчет карлики? Хрен. Ах, хрен, пойдет, чувак, ну-ка нахуй. Вали отсюда, сука. Клево пахнет. Че, готовишь, где моя доля? А, сука. Че, Костынь, хорошо его подвинься, вот не напрягай меня, мать твою. Моя жена это обожает. Что, блядь, это молоко, нахуй, или соль, блядь, в банке? Ладно, один поезд должен сделать. Незапланированную остановку путь. Они будут как-то говорить кое-что с ним. Блядь, очень интересно, честный бизнес. На встречу, малыши. Говнюк. Никак, постараюсь больше не замочить никого из уважаемых офицеров полиции, окей? Криминальная обстановка заметно ухудшилась с твоим возвращением. Стараюсь на пользу обществу. Ваш поезд будет там в 5. Блять. Спасибо, это та самая миссия, походу. Или нет? Я не помню. Тут еще какие-то поезда фигурируют. Блять, если пернешь тачку на воздух, ну что за бернаут, я не понимаю. Хорошо, значит, что ты концентрируешься на дороге. Любишь ты грузить народ, брател. Хватит лагать, игра, пожалуйста. Продирайся ко всем, на дорогу. Смотри, мать твою, на дорогу, блять. Ох, ебаный насос. Так, я так понял, надо вот... Вот так где... Ой. Братан, прости, я случайно. Значит, берем вот так. Да подожди, нахуй. Тёть, ну не надо. Мужчина, а вы не хотите там это самое? Ну ебучие текстуры, а. Мужик, алло. Да ты, блядь, чё, сука. Сука, текстуры. Ну я это на всякий случай, типа. Куда ты, блядь, идёшь? Я на всякий случай. ХП там немного снялось. С какой стороны-то? С этой? Да без проблем. Что такое? Куда? То есть с той стороны ты не мог? Угу. Отлично. Защищите. Да ебать!
Вы проголодаетесь? А, блядь. Что? Черт, что это? Что опять-то, блядь? Расслабься, придурок, мы будем за тобой. Увеличить силу броска, затем... Что, бросить? Чего? А! Блядь, на. Ебать. Ладно, ладно. Ебать. Я сначала не понял, что делать надо. А, блядь. А, сука. Он поймал его все равно. А, блядь. Один остался. Давай, блядь. Сука. Ну что за хуйня? Проебал ящик. Больше не уйдем. Ну нахер ты его выкинул-то? Прыгай машину и жми, придурок. Мы уедем вообще, блядь, с этими ящиками. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, копы. Мусора. Спокойно. Вы не знаете, что сюда заехал. Вы не такие умные. Нихуя Volkswagen Window Bus поехал. Жир минус. Ой, пардон. Пардоните. Бань, да выключит это вонючий радиус. Заебал. А, 3 звезды у меня было? Я только сейчас увидел. Ебать, у него, конечно, сидит такая. Ну, да что это такое? Ну, это пиздец какой-то. Ну, как, ну что? Ой. А ты что сюда поехал? Закрытая зона, мужик. Ебать, он сидит как это. Гопники так не сидят. С нами коп приехал. Это нормально? Он к нам приехал. Гангста до гроба, СиДжей, до гроба. Что? Где он? Так, ладно, давай сразу. Блять, я деньги еще просрал. 100 баксов. Не, Райдер, чувак нагрузился. Райдер! Да, СиДжей, СиДжей, скажи мне, почему я школу не закончил? Ну, потому что ты толкал наркоту с 10-летнего возраста, чувак. Нет, не поэтому. Ну, потому что ты избил препода за то, что тот был одет в цветобалос. И это снова не угадал. Потому что я слишком умный для такой херни. Я реально крудурил, да, я просто гений. Ага. У кого много оружия, тут больше у всех оружия, чё? У кого-то у дома арсенал, черт, сдаюсь. У армии нигер, у армии пошли. Только затянись, нигер, затяни, ответь, чувак, ты знаешь, какое-то дело не одобряю, да-да-да-да. Так, контрольная точка сохранена. Как можно сохранить контрольную точку, не понимаю. Блять, я опять похудел, сука. Ну а в Clock and Bell заехать. О, пиццерия по пути. Сейчас зайдем, пожрем. Эй, Райдер, куда мы направимся? Океанский порт. А откуда у нас этот фургон? Когда я его пришел, его не было. Ну, приятель ЛБ, робот-ниндзя совершенно ненадежен. Надежен. Нажежен. Я потерял батюшку, когда потерял маму. Пожрать надо заехать, сука. Не по пути, короче, бля, в пизду. Потом пожрем.
Вырубай это фигню. Вот. Я когда-нибудь дойдут у меня руки. Блять, заебался худеть уже, серьезно. Я что, на диете сижу? Охеренный мост, кстати. Зачем эти тросы нужны, если подвесов нету? Ой. Бобкат, прости. Не, ну типа зачем тросы такие вот? На мосту, на мосте, на мостах, на мосту. Если там, по сути, нет ничего, что держит полотно мостовое. Нахуя тросы, блядь, белье туда вешенное? Вот это место, склад Национальной гвардии. Слушай, эта хрень смотрит уж больно серьезно. Мы точно справимся. Всего лишь Национальной гвардии, дурил, никчемные резервисты. У Гансула Гроу Стрит никто не сравнится с Ганскс. Не берешь внутрь, откройте чертовы хуйни. Откройте главные ворота, кстати, по выключателю с другой стороны стены. Здорово. А где у тебя выключатель, мужик? Мужик, не подскажешь, где выключатель у тебя? Блять, заебал это жир, реально. Так, мужик. Ты, конечно, не обессудь. Но это вот так. Где выключатель? А. Может, ты будешь стрелять, нет? Я, конечно, не против бы что-нибудь кроме пистолета получить, но... Это самое, может, мне дадут что-нибудь? Дайте что-нибудь кроме пистолета, я вас прошу. Не, конечно, я люблю хоть что-то раздавать, но не сегодня. Блять. Никого больше нет? Подожди ты, блядь. Так. Наденьте. Ага. Зачем мне вот это вот нужно? Вот это зачем мне? Так. Ага. 5 коробок, а тут 3 лежит. А где мне еще взять? Хер его знает? Бля. Блин, она не упадет? Может упасть. Не, все идеально. Идеалити, просто идеалити. Там на улице могут коробки стоять. Наверное. Но я хуй его знает. Так. Нихера на задним ходом едет, короче. Нормально у него такой задний ход. Быстрее, чем передний. Просто посмотри, как она валит. Просто валит. А, вон коробки стоят, вон я увидел. Я могу тут заехать или я не могу тут заехать? Вот это весьма важный вопрос. Блять! Я перевернулся? Ух, слава богу. В пизду я через улицу проеду. Не хочу эти приключения вот эти вот. Эти вот переключения мне на задницу мне вообще не нужны, сейчас не устраивают.
Так. Он так схватит их? Ну, типа того. А, вот еще две стоят. Ё-моё. А! Твою мать! Тихо. Стреляй, дебил, блядь. Где? Он сдох же, да? Все? Больше никого? Блять, есть тут. Все, больше никого нет, точно? Сука, райдер покоцали еще. Так ты спрячься в укрытии, дебил, блять. Чё, опять пришли? Блять, едет кто-то, сука. Нам пизда. А, нет, не сюда. Да сука. Ну что ж такое, а? Тебе что, защищать еще надо? Ты, может, спрячешься куда-нибудь? Трупечник валяется, я не могу коробку нормально взять. Быстрее, блять, быстрее, нахуй. Бери, блядь, коробку. Все, давай, погнали отсюда. Сейчас они его завалят, да? Блядь. Лазь нахуй. Поехали. Пожалуйста, стреляй только. Я тебя прошу. А, у него хп нет, все нормально. Убил, ну, есть гараж, на готове, поехали. На, черт, эти уроды не отстают. Хорошие рифмы. Ага, охеренно. Ты будешь коробки кидать, серьезно? Чтобы райдер бросил коробку. Охеренная камера, спасибо, конечно, GTA 2 вспоминаю. Ностальгия вся хуй. Че, ты со мной ее захотела? Да что за камера, ебаная? Да ебаный твой рот! Блять! Блять! Сука! Да что за хуйня, блядь! Бросай нахуй! Бросай, блядь! Да ничего не взрывается, что ли? Бросай нахуй! Блядь! Да куда я заехал-то, ёбаный насос? Пошли нахуй! Сука, долбоёбы. Сука, долбоёбы. Все коробки проскидали, ебаный насос. Ну одна осталась, а две осталось. Одна большая, одна маленькая. Маленькую стоит считать или нет? Почему она маленькая, кстати? Я ж все одинаковые тырил. Это было напряженно. Напряженно это было раздельное дерьмо. Как ты говоришь? Так. 29 минут. Стоит ли еще? Не, на самом деле достаточно много. Мы миссии выполнили целых 3. Я думаю, на эту серию этого хватит, да? 17.07? Я думаю, да. На этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.